При устранении последствий чрезвычайных ситуаций в Славянском районе, в том числе ледяного дождя, члены районного оперативного штаба сталкиваются с серьезными проблемами. В условиях отсутствия электричества и повреждения вышек сотовой связи очень сложно координировать работу экстренных бригад, из-за чего терялось драгоценное время на устранение чрезвычайной ситуации. Как эта проблема будет решена, смотрите в первом материале выпуска. На очередном заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций главой района было принято решение о приобретении раций и стационарных станций связи. В качестве улучшения взаимодействия и оперативности работы в чрезвычайных ситуациях глава муниципального образования Славянский район Роман Ильич Синеговский принял решение о создании в сети главы муниципального образования, радиосети, были приобретены за счет бюджета муниципального образования и предназначаются для руководящего состава района, городского и сельских поселений для управления действиями в чрезвычайных ситуациях. Всего приобретено 3 стационарных станции и 27 раций. 15 из них выдали главам поселений на учебном занятии по устранению последствий ЧС с использованием автономных мобильных средств связи. Там главы поселений узнали, как пользоваться рациями, как передавать по ним нужную информацию и в каком случае их необходимо применять. Берег, я Лошин. Ответьте, прием. Новые радиостанции позволят главе района, его заместителям, руководителям всех служб, главам поселений всегда оставаться на связи в любой чрезвычайной ситуации, незамедлительно доложить обстановку, которая сложилась на подведомственной им территории, а при необходимости попросить о помощи. Благодаря новым средствам связи в Славянском районе даже в условиях чрезвычайной ситуации проблем с оперативной организацией связи не будет. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».